Всех рада видеть на своем канале. Сегодня будет видео рецепт салат с кукурузой и тунцом. Нам понадобится банка тунца, банка кукуруза, 2 или 3 соленых огурца. Вот у меня остались банки. Обычные огурцы, погребок, укроп, сама миска, майонез. И сейчас у меня 2 яичка варятся. Будет все закипать. И все это смешать майонезом. С тунцом я вообще первый раз вообще делаю салат. Никогда не ела, не пробовала. Посмотрим, вкусно, невкусно. А, еще забыла сказать луковицу. Но я буду обычный лук. Многие используют красный лук. Если у вас есть красный лук, используйте красный лук. Так что поехали. Взламываем вилкой вот такой тунец до мякоти. Я вытащила 2 или 3 косточки, такие, ну, как обычно бывает. И закидываем кукурузку. Кукуруза, кстати, сладкая оказалась. Кукурузу я брала такой в Пятерке, что ли. Вот она. И сейчас будем рубить соленые огурцы. Пока яйца варятся. Ну что, нарубили огурцы. Потом сделаю. Вот. Они 3 маленьких. Можно 2 обычных. Яйца сейчас закипели. Скоро остынут, будут яйца чистить. Вот. Думаю, надеюсь, что вкусный салатик получится. Ну что, нарубили лук. Осталось укроп и яйца. И все заправить майонезом. Так что посмотрим. Но я решила одну половинку, потому что он такой ядреный лук. Не целый. А если вы любите лук, вы можете целую порезать. Ну что, нарубили яйца, 2 яйца и укроп. Посолите. Вот. Заправлять майонезом я не буду, потому что, чтобы не испортился, каждый будет отдельно мазать. Вот так вообще вкусный салат получился. И всего готовить-то 15-20 минут. И не такой калорийный, я бы сказала. Если с майонезом, да, то будет калорийный. Описание рецепта будет в инфобоксе. Так что хотела поделиться с вами таким рецептом салата. Спасибо за просмотр. Жду от вас комментариев, лайков. Всем пока-пока.